Если у нас все-таки дома летают насекомые, да, и мы хотим сделать так, чтобы наши растения их ловили. Ну, скажем так, одно растение не справится, потому что, во-первых, насекомые сразу не полетят. Во-вторых, оно же не обязано ловить. Может быть, оно сейчас несколько насекомых съест, переест, а потом долго ему будет не нужно. Правильно? Поэтому кто-то заводит сразу большую коллекцию растений-хищников, и здесь уже можно ставить маленькие эксперименты. А кто поймает быстрее, допустим, росянка кого-то, да, или мухоловка кого-то? Ну, скажем так, росянки-жирянки ловят маленьких мошек и комариков. Большую муху просто они к себе не прилепят. Венерина мухоловка, в зависимости от соотношения размеров, ловит насекомых, которые примерно либо чуть меньше самой ловушки, ну, либо хотя бы не совсем маленькие, которые создают то самое давление, которое ловушку захлопнет. Больше едят растения, у которых ловчие листья в виде кувшинчиков.